поздравления скажу после вручения аттестата. Наверное, так будет логичнее, когда вы будете его держать в руках, когда вы будете понимать значимость этого документа и когда вы будете отдавать отчет своим мыслям и действиям. Ребята, вы можете пройти в зрительный зал. Весь класс. Умный парень увлекается компьютерными играми. Аттестат вручается Шахину Никите. Никита интересуется историей. Добрый, приятный, общительный парень. Аттестат вручается студенту Никите Алене. Не боится слов Дудина. Алена является старостой класса. Скажите, пожалуйста, вот нам всем, наверное, интересно, как это, тяжело растить медалиста? Нам было легко. Главное привить самостоятельность. Хорошо. Уважаемые родители, гости, учителя! И, конечно же, нашего поздравления!
Какие мужики крутые, да вообще слово. Пройдем. Куда мы идем? А я сейчас. Повернулись, помахали. Пока, школа, пока. Ром, повернись. Окей, красиво, уходим со школы с этой. Прощай, школа, пока-пока. У меня нет оценок в аттестате и за Горького. Сколько то нету? А какого Горького-то? Максима. Пятерки, наверное, одни.